17, 18 и 19 сентября 2021 года в Сиверском районе пройдет единый день голосования. Безопасность всех участников выборов обеспечат сотрудники МВД. Охрану общественного порядка сотрудники отдела МВД России по Сиверскому району будут осуществлять в период с 15 сентября. Под круглосуточную охрану будут взяты все 70 избирательных участков, находящихся на территории Сиверского района. Особое внимание уделяется охране общественного порядка и недопущению каких-либо правонарушений и преступлений, связанных не только с проведением выборов, но и в местах, приближенных к избирательным участкам. На каждом избирательном участке будут дежурить по 2 сотрудника полиции, 2-3 представителя казачества, частных охранных предприятий и добровольные народные дружины. Также для данных целей привлекаются сотрудники ВНГ, АВО нашего района и сотрудники линейного отдела полиции на транспорте. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка транспорта, привлекаемого для проведения выборов, и водительского состава. В настоящее время сотрудниками полиции проводится отработка профилактируемых лиц и другие подготовительные работы.